Всех приветствую! Сегодня в видео хочу показать возможности модуля Power Surfacing SolidWorks работать с STL форматами. Вот у меня есть бензобак, это STL формат. Вот. И обработка его в SolidWorks, сразу перевод в твердотел. Единственное, что хорошо, скан хороший, поверхность закрытая, то есть это закрытый объем, что и позволяет это быстро сделать. Но в Power Surfacing можно и сам STL формат редактировать. Так, давайте я. У меня Power Surfacing 8 версии. Два солида 21 и 22 установлены. И там работает. Он уже под 23. Видите, он под 23. И в 23-м солиде работает, я уже установил его, но единственное, что имейте в виду, на 8 секунд увеличивает загрузку SolidWorks. Вот, давайте сначала я открою родной скан. Как известно, как после сканирования объекты, вот детали, они в пространстве, так непонятно располагаются, то есть их нужно центрировать, вот, ну, выпрямлять в пространстве, расположение, ориентацию. Здесь лишнее тело, сразу его удалим. Вот, ну как, и потом нужно вот с графическим телом через вот элементы переместить, копировать тело, ну там дополнительные эскизы нужно выравнивать. Я показывать это не буду, у меня на канале есть видео, там на STL формате Chevrolet Camaro, там я выравнивал, все это подробно показывал, описывал. Здесь я сейчас вставлю уже, я выровнял, и вот буковка R я сохранил, она у меня, этот файл уже, ну, более-менее выровненный. Вот, видите. Вот, ну, значит, для Power Surfacing эта деталь не нужна, она вставляется в, здесь создается новая деталь Power Surfacing, естественно, загружен. Идем в инструменты Power Surfacing, импорт STL ABI, вот этот форматы, выбираю свой файлик, и здесь нужно подождать, я пока на паузу нажму, потому что в зависимости от железа, у меня мощное железо, но пару-тройку минут мне нужно ждать. Вот, ждем. Вот у меня продумалось, выскакивает окно для выбора единиц, здесь точками координат, это, ну, не особо, здесь вот единственный выбор. Я выставляю миллиметр, нажмем ОК. Вот она вставляет импортировать вот это тело STL формата. Вот если вот этот файл, вот этот STL формат, графический формат, вот он, ну, как бы не совсем качественный, что часто бывает, там дырки там или еще что-то, их можно закрыть вот Edit Mesh, то есть редактирование вот этого Mesh. Ну, давайте на примере я быстренько покажу. Вот, допустим, здесь, ну, вот тут какие-то значочки, они нам, допустим, не нужны, или будем считать это дырками тут какими-то. Выбираем, ставим галку выбор кисти, это размер, ну, тут хватит, я думаю, полтинник. Вот эту область я выделяю. Нажимаю правую кнопку, и вот на ключик. Можно сразу ее удалить. Вот. И останется как бы дырка. Но это не совсем то, что нужно. Давайте сейчас по новой.
То есть удаление — это неровные какие-то края, их можно, ну, сразу удалять, но потом все равно нужно там восстанавливать. Я этим сейчас заниматься не буду, быстренько как бы выровняю вот этих тут значочек какой-то, знаки какие-то, их не будет. Она сразу у меня. Нажимаем ключик, через правую кнопку она входит в редактирование. Вот. И так, опять Select Paint. И уже здесь выбираем. Вот у нас эта область, которая редактируется. А, вот эти все треугольнички и вот эти полигоны. Ну, чуть поменьше я оставлю. Чтобы вот эти выпуклости значочков убрать. Почему она не дает сразу эту стиражку? Удалить. И теперь... Так, снимаем галку. И заполнить. Сейчас она прочихается. Вот она заполнила. Все. И видите, она такая ровная стала. То есть вот этого значочка не стало. Нажмем ОК. Это вот мы отредактировали наш mesh. Опять выходим из редактирования, жмем ОК. Вот видите, выровнялось. Ну вот так быстренько я показал. Теперь, значит, что у нас есть STL формат вот этот, и вот инструмент Snap, нажимаем на него. Так, не понял, а что? О, пардон, не снэп, а вот этот квадрап. Вот, квадрап. Тупанул. Бывает. Вот, здесь шоу-превью пока не ставим. Я ставлю не закрывать. Все остальное не трогаю. Здесь просто на это, чтобы время не тратить, все оставляю как есть, потому что стан хороший. Вот, и жму ОК. Эти значения так и оставляю. И здесь тоже нужно подождать, я нажму на паузу. Вот она потихоньку двигается, видите, 4, 10, 20... половинка. Ну, железо, если послабее, то это будет процесс дольше, поэтому... Ну и вот она обтянула как бы вот этот STL поверхность, вот такие поверхности. И тут уже можно все инструменты редактирования смещать там. Ну, в общем, тут я уж не буду этим заниматься. Понятно, да? Вот, все, все меня устраивает, все она замечательно как бы отработала. Жмем ОК. Там в параметрах, ну сейчас я войду, ничего менять не стал, все по умолчанию. Единственное, там этот STL формат мне убирать надо было, галку поставить. Но сейчас войдем в редактирование. Вот 6222
полигона. Нажму пока на паузу. Все просчитано. Теперь создает тело. Body bodies. А может сольдис? Вообще в этот Power Surfacing очень, скажу так, шикарный инструмент. Со сканами работает великолепно. И с нуля там такие вещи можно делать. А с STL форматами, со сканами, в SolidWorks есть такой там скан 3, как там, 3D2, как-то так. Пробовал давненько, но сырой, вообще тяжелый инструмент. Если железо слабо, вообще там нечего делать. А Power Surfacing вполне приемлемым, ну, позволяет. Вот, отсканировали хороших скан. Вот, пожалуйста, 5 минут и у вас твердотел. Работайте с ним в SolidWorks полноценно. В сборке, куда угодно, все вставляется, делается. Вот, пожалуйста. Все, это твердое тело. Понятно, да? Все четко. И причем Power Surfacing позволяет вот из этой, из этого тела там оболочку сделать. Так, вот здесь вот видите, ну тоже все параметры. Без ну, как бы не трогаю, все как есть, так и оставляю. Вот PowerShell, ну там выбирается объект, вот, и делается, возможно, тоже у меня есть ролик, где костный позвонок делал через оболочку, вот через эту. Сейчас уж не буду внедряться, нужно тут ну, углубляться, срезать, указать поверхность и эта оболочка, причем любой толщины, и вообще великолепно, прекрасно создается. Ну вот, суть не в этом, нам я хотел показать, отвлекся, конечно, немного. Вот 10-15 минут, и вот у меня, видите, это уже формат SolidWorks, и сохраняете. Я сохранять не буду, я просто его открою. Все обычное тело твердотельное, вот такое, и великолепно там в сборку вставляется. Ну, для этого и делалось.
Так что вот рекомендую, на Ютубе есть видео, как работать с мышь, показано все там, правда на буржуйском, как работать с STL форматами через Power Surfacing. Хорошая штука, удобная, при моделировании, если нужно вставить что-то, ну вот какой-то сложный вот такой геометрии, допустим, что-то в сборку модель. Но ее долго моделировать. Здесь, если, ну, даже если скан хороший, через инструменты SolidWorks, через эскизы. Power Surfacing, вот 5 минут, 10, все. Вот твердотельная. Очень удобно. Ну вот, в принципе, все. На этом всем пока.